что это такое ЧВК Вагнер Центр. Так все объявлено, что такого не может быть, многие говорят. Но это невозможно. Ну как, строится здание за частный счет, которое готово предоставить возможности бесплатно занять площади для блогеров, для конструкторов, для инженеров, для людей творческой мысли, у которых одна цель и задача – сделать нашу прекрасную страну еще лучше. Еще кучу справок принести. Да, еще автобиографию. Здесь есть место для творчества, место для классных идей, место для работы. И еще, что мне кажется очень важно, это такой первый маячок для очень богатых людей. Ну, что греха таить, Евгений Викторович Пригожин достаточно состоятельный человек. Он, наверное, единственный сейчас в России, кто абсолютно открыто выступает с патриотической риторикой, абсолютно открыто не стесняется говорить, что свои личные деньги отдает на спецоперацию, отдает различным проектам. В России, а киношникам можно здесь будет или как? Можно.